Сейчас, смотри, ты стой на шухере, сейчас тебе покажу, как это делается. Берешь пистолет, смотри, как я делаю. Берешь То есть я на пистолет. шухере стою или Давай, смотрю? сука! Ну вот, меня убьют. Деньги сюда, быстро! Да быстрее, Амрамзан, давай. Ты Все, забрал? уходим, уходим, базарим. Бегаем, блин, какой-то дебил звонит. Все, давай ты за руль, давай. Я ментов не вижу, чтобы от них уезжать. Да там на миникарте они нарисованы. Убегай, я буду отстреливаться. Тебе водитель. Ой, боже, нас убьют. Не убьют, погоди. Давай поменяемся. Все, выходи с машины, да? Короче, с таким водилой. Тут проблема в том, кто едет, а не в машине. А, ну, я нас вытащу отсюда. Да ладно. Все, все, сейчас оторвемся. Посмотри на наше заднее левое колесо. Его просто нет. Нет, оно есть, но оно какое-то помятое. Сейчас, сейчас, я... Это кто кого еще укроет? Оля, ты... Давай я. Не, Давай. давай я, слушай. Давай. Под поезд не попади. Ну я ж под грузовик не попал. Сейчас встраиваемся в движение. Делаем вид, что все в порядке. Да. Ты нарушаешь правила. Да я знаю. Пересек сплошную. Перестроился без поворотника. Блин. Уже машину покоцал. Скажешь, когда он отдаст тебе деньги? Но я его мочить вдруг. Не буду, давай ты. Уч, Мочу. тут бомба с... А, не, это бутылка. Когда я пойму, что он отдал деньги? Че, да, я давай, забрал? Мочи его. Нельзя недооценивать противника и жить. Все, уходим. Он видел наши лица. Слышь, за нами вертолет из-за того, что ты мужика убила. Пиздец, нельзя тебя слушать было. Да машину какую-то дерьмовую выбрала. Ты мужика убила. По нам стреляет, понимаешь? Сейчас. Погоди, я его не вижу. Мужика убили. Да ты думаешь, я вижу с твоим, как ты ломаешься, водителя. Блин, вот дебил, сука, на встречку выехал. Даже я ебанутый, то лучше вожу. Да ладно, давай иди отсюда куда-нибудь. Давай Ща. Машину сменим. Не, тихо, все нормально. Сука, блин, заметил, ублюдок. Оля, отстреливайся. Почему он по нам может попасть, а, я по... а ты по нему нет. О! Вот, смотри. Почему он стреляет? Все, убил. Давай сядем на полицейскую тачку. Нам сейчас еще за полицейского добавят, понимаешь? Я скажу, что это ты его убил. Если ты будешь ехать более нормально, я хотя бы попаду, а не так, что... О, у меня мужик показал средний палец, у меня кончились 6 патронов. Опа-на. Ну, мы, короче, приехали, да? Сейчас Потому что он мне вместо стрелы показывает на средний палец. Мне кажется, я их только больше сбил. Поэтому поехали. Ужас какой. Нормально, я так и думал. Ладно, от вертолета это не спасло. Выходи, 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 выходи. Куда? Оля, беги обратно. Оля, ты где? Давай, беги. Иди сюда, идем, быстрей. Быстрее, она поменьше, иди садись. Мне дверь мешает. Ты чё за привор, нашла? Давай, я назад не въедь. Я не думаю. Блядь, ну пи***ц, ну блин, там спецназ уже. Нас даже дальнобойщики уже ненавидят. Все было нормально, мы захватили мужика. Никого не убивали, ментам было... Нет, машины уже ничего не осталось. Все, икс, икс, икс. Не, давай, выходим, выходим нахер из машины. И сюда, сюда, сюда. Сейчас, сейчас, давай сюда. Сейчас, не-не-не. Назад, 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 назад. Кью, кью, кью. Молись, чтобы нас не нашли. Короче. У тебя синяк под глазом, кстати. Это я тебя ёбнул, наверное. О, все, фу, уходим отсюда, я считал. Я вижу еще один магазин, который можно рабануть, но мне что-то с тобой уже стрёмно кого-то грабить. Я думаю, это опасно для здоровья. Какой-то ты не этот. Что? Риск не любишь. Я ебанутых не люблю. Ты же вообще отбитый, ты понимаешь, ты маньяк. Блин, нас менты заметили. Как? А машина-то угнанная, слушай. Нормально, все, пойдем, короче, это не наша машина, все. А ты в курсе, что я тут остался? Так я же говорю, выходи. Я застрял, застрял, да я застрял. Не смешно. Ты где спрятался? Тихо, тихо, тихо. Блин, капец, ты заныкался, даже я не вижу. Видишь, меня менты точно не найдут. Я уже одного вижу.
Все, нормально, блин, я уже ментов увидел. Меня, блин, да какая-то трехла. У меня уже 3 человека названивают, сука, за эту минуту, это нахер невозможно. Сейчас пойдем задание выполнять. Пошли. Блин, обратно, да идите в жопу. Сейчас крадемся на машине с горы. Ох, нихрена себе их там. Ты уверен, что мы потянем? Да. Тебя убили? Да. Нет, щит, дерьмо, пи***ц. Нет, я не хочу обратно ехать туда. А, блядь, шо это было? Только забежал и ваншот выдали. Так, быстро, быстро, предметы, еда. У меня только курево осталось. Оно уменьшает здоровье. Ох, блин, там на меня герой какой-то выбежал. Все, Воля, я почти, я сейчас тут леопард украду у них. Быстрее, придурок! Танк здесь? Да, его и нужно украсть было. Бери, бери машину. А, не, кстати, ты можешь ко мне? Попробуй ко мне, зайти. Ну, ни хрена себе. Погоди, я драпаю танк. Так это мой танк! Это твой танк, ты серьезно? Да, я же говорю, зайди ко мне! Оля, ты чё? Орал, бери машину. Попробуй ко мне сесть. А то я тут жопой танкую, и как бы это не очень на здоровье мое влияет. Можешь? Нет. Ну тогда давай на машину. Едем, едем в соседнее село. Господи, тут вертолет. А, нет, это дрон. Блин, рядом со мной дрон какой-то летает. Слушай, мне страшно. Какая-то ведьма на метле, слушай. Блядь, застряла КПП. Да что такое с танком, сука? У него что, колесо спустило? О, нет, 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 у меня жопа горит, кажется, у танка. Блин, танк сгорел. Пиздец, говно, блин. Это какая-то китайская копия. Давай, ты первая садись. Погоди, чтобы без тебя не улетел. Да, у меня тут телевизор есть, кстати. Сейчас я покажу, куда лететь нам на этом идиоту. Это женщина? А, ну да, я забыл. У меня тут шампанское. Я даже могу выпить. Правда, тут 2 бокала, но пить я буду только один. Потому что нефиг садиться на пилотское место, Оля. Он сам автоматом сел. Ты просто недостойна. А у меня бутылка, блин, 3 полигона. У меня пульт ромбом. Почему мы так странно летаем? Потому что, блин, тут кто-то половину выжрал бутылки просто. До того, как я сел, я думаю, это наш пилот. Все, Оля, пойдем. Он не опустится? F, давай, нажимай и прыгай с этого. Ай, б***ь. Ну ты, ты будешь меня резать. Потому что мне не дали. Ты меня будешь... Я тоже убился. Как ты убил парашютов? Сука. Так нужно было пробел нажимать. Оля, прыгай. Так я первый прыгнул, слушай. Мог сказать, как открывать парашют. Так все кнопки нажимай, я тоже так учился. А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.